На фоне старых зданий военного городка Петровская отремонтированный в прошлом году детский сад постройки 56-го года выглядит удивительно красиво. Дошла очередь до ремонта и второго корпуса детского учреждения. Строители за короткий срок превратили полуразвалившееся строение в теплый и уютный дом для малышей. 4 октября, в день празднования Дня поселка Горки Ленинские, состоялось открытие дошкольного учреждения в Петровском, рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. Отремонтированное здание детского сада в военном городке Петровская пока еще не заселилось малышней, но ремонт уже закончен. Теперь остается помещением просохнуть и прогреться. Для жителей Петровского открытие второго здания детского сада после реконструкции – большая радость. Наталья Шутова родилась и выросла здесь, в военном городке. Она и ее брат посещали это детское учреждение. А теперь в него пойдет ее 5-летняя дочка Леночка. Кардинальные изменения конкретно. Это смотришь и радуешься, что такое, и наши дети будут ходить, это радует, радует. Я скоро пойду в этот новый детский сад, я так рада. Капитальный ремонт здания детского сада удалось осуществить с помощью инвестора общества с ограниченной ответственностью «Катар». Это вот, понимаете, третье здание муниципальное, которое появилось в военном городке вот за последние несколько лет, я имею в виду качественное здание. И вот вы видите, они все отличаются от тех, которые здесь пока существуют. Это значит, что муниципальная власть видит, как должно быть, знает, как это сделать и будет это делать. Строители Телсиком группы провели капитальный ремонт меньше, чем за 2 месяца. Строителям скажем большое спасибо за сад современный, очень красивый. Новый сад очень нужен. Жить там будем дружно. Музыкантам зае петь и танцевать. Купи заниматься и играть. Отдельно хочу сказать благодарность совету депутатов городского поселения Ленинское, потому что принято ими решение о выделении дополнительных средств на оснащение дополнительного. Это и игрушки, это и мебель, это и малые формы для детей. Конечно, в Горках Ленинских не такая большая очередь, но вместе с тем условия, в которых дети будут, это совершенно новый детский садик с другими стандартами. Вы видели, смотрели, какие здесь комнаты, игровой, музыкальный зал. Поэтому спасибо огромное главе поселения, а вот этим маленьким детишкам, гражданам, всех-всех-всех здесь благ, чтобы они получили и образование, и воспитание в стенах вот этого детского садика. В ходе капитального ремонта заменена кровля, перекрытие, потолок, внутренние стены, все коммуникации, утеплены полы. Одним словом, сделано все для того, чтобы детям здесь было хорошо. Такие позитивные, конструктивные шаги, которые местная администрация, глава поселения постоянно делает для людей. То есть постоянно я вижу работу. Она незаметна, может быть, со стороны, но она крайне важна по результатам. Это внимание к простым людям, к жителям. Открытие детского учреждения в военном городке состоялось в день празднования Дня городского поселения Горки Ленинские. И это событие стало подарком для жителей Петровского. Людмила Медведева и я, Дамя, Елена Кошлева, Видное ТВ.